I want to go back to the year 1997. Wait a minute. See, this is not my keyboard. Boy, you just use it. It's a lie. Yeah, that's the one. Yeah, that's it. So let's go back to 97, like I was saying. There was a band called Buckshot the Funk, featuring Branford Marcellus. And I'm honored to have been in that band with Branford. And there was a song that we did that became pretty popular. And it goes something like this. Another day, staring out of my window, thinking about tomorrow, wishing things were clear. No need to rush. Thank you.
Дорогие друзья, разрешите представить музыкантов, которые сегодня сопровождают Фрэнка. Алексей Молев, саксофон. Игорь Ионов, барабаны. Максим Рыбаков, бас-гитара. Да, кстати, пользуясь случаем, хочу пригласить вас прямо в таком же составе, но... Уйти все равно придется, конечно, потому что следующий концерт будет через 2 месяца. 23 мая на этой сцене должен выступить тоже, так сказать, корнями уходящий в ирландские династии Эндрю Макфаден. Ну, всем понятно, что такое Мак. Не всем, мне тут непонятно, но тем не менее это ирландские корни, да? Это будет блюзовый, джаз-блюзовый концерт. Приходите, будет тоже очень интересно. Ну... Но...